22 сентября в библиотеке имени Фазу Алиевой состоялось очередное заседание участниц женского клуба «Касписка». Темой встречи стал актуальный вопрос – как сделать обучение ребенка эффективным. Мероприятие состояло из нескольких блоков, первый из которых затронул тему организационных вопросов форм получения образования. С приветственной речью выступила первый спикер, президент Ассоциации педагогов Республики Дагестан Анжела Байрамбекова. Образование – это та сфера, в которой не на одну секунду нельзя расслабляться, потому что, как в жизни не бывает мелочей, в системе образования тоже нет такого какого-то объема тем, мимо которых можно просто уйти. И здесь тот лейтмотив, который я сегодня озвучиваю много раз, на который я нацелила свой коллектив, это, опять-таки, воспитание первично, образование вторично. Здесь мы можем вспомнить великого Менделеева, который говорил, что знание в руках невоспитанного человека – это меч в руках сумасшедшего. Стоит отметить, что участники встречи активно задавали вопросы специалистам и получали все интересующие ответы. Также члены круглого стола затронули тему разновидностей форм обучения. Если вы столкнулись с каким-то страхом, с сомнениями, что выбор может быть неверным, важно всегда помнить, что очень хорошо попробовать все, что вы выбрали. Вот вы приняли решение, но не можете выбрать из двух форм одну, лучше всегда попробовать. Попробуйте жалеть, что там что-то не так, чем жалеть о том, что не попробовал потом очень долго. Во втором блоке участники встречи обсудили психологические аспекты детско-родительских взаимоотношений, разобрав несколько вопросов. Как мотивировать школьников, правильно выстроить распорядок дня, помощь в процессе выполнения домашних задач и другие вопросы. На этом этапе встречи выступили эксперты, клинический психолог Мадина Амирбегова, семейный психолог Елена Котельникова, гипнолог международной сертификации Олеся Ильина, руководитель клуба интернациональной дружбы Ольга Мусанабиева и другие специалисты. Приятным бонусом для гостей круглого стола стал розыгрыш подарков от спонсоров. Сертификаты на консультацию психолога клиники здоровья АМС Мадины Амирбеговой, гипнолога Олеси Ильиной, психоаналитика Екатерины Ваньковой, онлайн-школы от Fall School, Siberian Wells, а также сертификат на обучение в арт-агентстве Celebrity города Касписка. Помимо этого, в рамках мероприятия всем спикерам, организаторам мероприятия, от председателя регионального отделения Матери России по Республике Дагестан Таисы Магомедовой и руководителя женского клуба города Касписка Полины Самыловой вручили благодарности за плодотворное сотрудничество и участие в проведении круглого стола.